В республике с начала коронавирусной инфекции 4422 случая новой коронавирусной инфекции. Из них за последние сутки 57, по городу Якутску 49, по Нерюнгри 2 и в 6 районах по единичные случаи. У нас 30 человек в тяжелом состоянии, 9 из них на аппаратах искусственной вентиляции легких. 173 человека выздоровело за последние сутки и полностью уже выписано. Вместе с тем, конечно же, нас настораживает то, что в городе Якутске за последние дни, начиная с 30 июня, идет рост. 30-е был самый минимум 33 человека, сейчас уже 49. Это практически в полтора раза за несколько дней выросла заболеваемость. Это очень тревожный фактор. Он говорит о том, что со стороны людей вот ограничительные меры, особенности вот санитарный режим, мытье рук, ношение масок, дезинфекция помещений в учреждениях, они стали соблюдаться хуже, и результат этого не замедлил сказаться. Конечно, тем более сейчас, после 2 числа, у нас также сняты ограничения, и мы ожидаем, что если со стороны администрации города Якутска не будут приняты меры по действенному контролю за ситуацией по городу, так, то город Якутск, конечно, может очень серьезно увеличиться в части заболеваемости. Более того, хочу сказать, что все 6 случаев, которые у нас вот в районах сегодня единичные выявлены, они, это все сельские наши районы, они связаны с приезжими из Якутска, с детьми, с родственниками, которые приехали в гости и заразили там на месте уже тех, кому они приехали. Мы сейчас усиливаем по республике работу по детям, которые приезжают на отдых в деревне. За последнюю неделю зафиксировано таких детей у нас уже свыше 1000, по республике в целом практически 8500. И хочу сказать, что вот как раз в результате проведенной профилактической работы мы у 56 из этих детей выявили коронавирус, ну и, соответственно, они сейчас уже прошли или проходят курс лечения, поэтому контроль за детьми, приезжающими из Якутска, конечно же, и со стороны родителей, и со стороны родственников надо серьезно усиливать для того, чтобы не было дальнейшего распространения инфекции у нас по республике. Уверен, что вот соблюдение элементарных норм, санитарных норм, масочного режима, оно все-таки позволит достаточно серьезно ситуацию улучшить, стабилизировать по Якутску. Ну и еще раз хочу сказать, что по учреждениям торговли, бытовых услуг обязательно и социальное дистанцирование, и обязательный масочный режим со стороны, в том числе и работников, которые там находятся, работников культуры, торговли, работников сферы бытовых услуг. И с этой точки зрения и со стороны, опять же, административной комиссии города, отраслевых ведомств, населения, Роспотребнадзора, конечно, контроль надо тоже усиливать. Спасибо.